Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Вышла новая, вторая серия «Духа» моей общаги. Ее релиз переносился, но я прекрасно могу понять, почему. Потому что здесь работа такого качества, поэтому в этом нет ничего удивительного. Давайте вместе ее смотреть, оценивать. Ну а кроме того, подписывайтесь на этот канал, если не хотите пропустить новые реакции на новые серии «Духа» моей общаги и вообще ролики с канала «Феникс Анимация». Давайте смотреть. Так, красивая интрушечка. Давайте заранее поставим лайк, я больше чем уверена, качество будет крутое. Пафосное выступление было прервано. Не менее пафосной паузой. Это сон, наверное, да? О, да! Который час? О, привет. Извини, я разбудил? Который час? Прости, я знаю, ты такое не очень любишь. Я сейчас включу что-нибудь посовременнее. Да сколько времени, господи? Как раз половина девятого. Самое время вставать и собираться на пару. Да, заснешь тут. Знаете, это было так мило, что он вроде бы дух, но в то же время закрыть пытался. Вообще, ты молодец. Два экзамена позади, осталось еще три. Я собрал твои вещи, все, ну, кроме конспекта, ты помнишь. А, еще завтрак. Я заметил, что ты совсем не завтракаешь. Жаль, что сегодня тоже не успеешь. Мы уже опаздываем, собирайся скорее. Чего это не успею? Он такой заботливый. Завтрак на вынос. Я думала, что мне показалось, что там на стикере такой смайлик, типа... Оказывается, раз, нет. Последний. Энергетик. Тебя ничему жизнь не учит, да? В следующий раз, знаешь, Антон может и не оказаться рядом, и тогда уже... Ой, ну конечно, как же я забыл! Весь мир же вертится вокруг Антона, что бы я без него делал-то? Ну, как минимум гнил бы в земле. Как ты, да? Жестко. Так, ладно, пошли. Никуда я с тобой не пойду. Пойдешь. Положи на место, а не то я обижусь. Ранимый какой. Ты пункты выполняешь. В прямом смысле ранимый. Странный будешь? Ты злой. А ты тряпка. Будем знакомы. CGI. Прям, знаете, такое ощущение, будто я зашла в какую-то игру, и это заставка этой игры. Дух моей общаги. О, метро. Ты бы хоть что-нибудь из материала почитал к семинару? Она же всегда с середины алфавита начинает. Слышишь меня? Отстань. Да что отстань? Я тебе помогаю, а ты меня обижаешь. Я скажу, когда помощь будет нужна. А сейчас... Потеряйся. Дома поговорим. Я только хотела сказать, что в последнее время в связи с технологиями и тем более Bluetooth-наушниками можно разговаривать... самим собой, так сказать, а люди будут думать о том, что ты разговариваешь с кем-то по телефону. У меня было подобное пару раз, я смотрю, что человек говорит вроде бы сам с собой, и не замечала даже, что у него там AirPods, ну, короче, маленький наушник, и думаю, что-то как-то странно. А потом обращала внимание уже на этого человека и понимала, что у него один AirPods. Если бы не AirPods, это было бы действительно довольно жутко. Но в то же время теперь у людей, у которых есть проблемы с башкой, беды с башкой, так сказать, у них есть оправдание. Они могут просто вдевать наушники и сами с собой болтать. Да. Знаешь что? Какие-то странные у меня мысли. Да пошел ты. Я скажу, когда будет нужна, на-на-на. А я вот возьму и не помогу. Ну что он сделает? Ну, вообще, скорее всего, опять куда-нибудь зашвырнет конспект, и тем не менее. Пусть получает свой неуд, мне все равно. Много чести. И вообще, он походу... Пойдем, молодежь,
Места уступать. Не бойся, кутил. Да бойся. Вот-вот, развалился лук. Я это место раньше увидел. Да вы гляньте на него. Вот пошёл. А конспект-то оставил. И чего ты не выходишь? Проспал всё-таки? Ладно. Тоби. Дима. А вообще вот такие ситуации по типу «кто места уступать будет» меня всегда поражают, потому что чаще всего претензии к одному человеку, который сидит, но вокруг много других людей, и почему-то они не уступают. Нет, хотя могли нет, бы. Нет, стой, ты забыл! Меня забыл! Стой, куда? Интересно, когда он заметит пропажу. Ой, анимация классная. Дорогу совсем не смотришь, что ли? Так он на красный переходил. Уйди! Уйди же ты! Он вернется. Он меня заберет. Или не вернется. Представляете, сейчас выкинут куда-нибудь на мусорку. Конспект. Он рядом с этой мусоркой будет все время находиться. Жестко. Так, ну давай, Зубрилов, какой мне кабине? Олежа? Вот. Знаешь, ничему опять, его жизнь не учит, опять энергетик пьет. Обиделся, а? Тебе лучше появиться, а не то... Не то... Черт, а где же? Нету... О, черт. Черт. Где? Чувак, аккуратнее, можно? О, шашлык, тоже сваливаешь? Я, да, мне кое-что надо, это... Пацаны, ну вы идете или как? О, шашлык, ты вовремя! Что? База на Волкова 12, помнишь? Что? Ну да, помню, но мне идти надо на самом деле... Не тупи, Димас, у них окно на сегодня освободилось, по скидке. Порепетируем, наконец, на четверых сообразим, м? Я как раз тебе СМС пишу. Никто не пользуется СМС. Пошли скорее, там всего час, ты с нами? Конечно. Погнали. Серьезно? Ну, чё, народ, чё у нас сегодня там... Серьезно? На самом деле, я хотела еще раньше остановиться и отметить то, насколько красиво сделано здесь освещение и вот эти вот падающие частицы, но подумала, что все-таки не буду перебивать героев, потому что что-то как-то слишком часто я останавливаю. Ладно. Посмотрим. Вот снова эти частицы. Что это, склад какой-то? О, там! А это кто? Здорово. И еще? Чего разорался, молодняк? Бледный вон какой. Призрака увидел, что ли? Вы меня видите? Ну, как видишь, вижу. Тебе повезло, малыш, что я был рядом. Не суйся на ту половину. А это там... Это то, о чем я думаю? Да, мама. Я поняла, это хранилище вещей. И, походу, утерянные вещи сюда приносят. И есть люди, которые также связаны с этими вещами и остаются призраками рядом с ними. Блин, как-то жутко. Стой, не бери в голову. Нечего тебе там делать. Ну, конечно, только если ты сам не из этих... Не из каких? Из тех безвольных слизняков, что при малейших проблемах в жизни решают трусливо перед ней капитулировать. Жопу себе капитулируй, старпёр! Блин. Ты нихера про мою жизнь не знаешь! Не лезь! Ой, простите, извините. Твоя драгоценная жизнь как-то случайно, наверное, оказалась прямо под колесами моего состава. Я твою жизнь всю целиком на лобовом стекле рассмотрел. Да ты долбан слепошарый! Мог бы и по тормозам вовремя ударить. Я тебя сейчас ударю, мразь малолетняя. Как же, ну свою ударил, алкашня сраная. Ты про мою жену сказал? Не из этих он, Лёшень. Я тебя сейчас пощам, не из этих. Что там за женщина? Как тебя звать, сынок? Олежа я. Я не из этих, честно, я случайно, это все случайно вышло, и то, что я здесь, тоже случайно. Погодите, а как вы это поняли? А ты думал, Господь просто так привидению разные цвета раскрасил? Вон, Лешенька, зеленый весь, это отравление означает. Пашка вон серый, сам руки наложил. Грех это, конечно. Симс какой-то. Так, я понял. А другие цвета? Вот мой друг, когда умер, был фиолетовым. У него был инфаркт.
Это получается цвет смерти от... Случайности, да. Несчастный случай то. Как у нее тоже. Блин, мне всегда таких персонажей, да вообще таких людей жалко. Типа, знаете, старики вот с безнадёгой какой-то в глазах, что ли. Вот. Ах, ладно. Минутку. Как случайность? Я ведь тоже совершенно случайно. Я же не... Что это значит? Убиенный, сынок. Синий всегда убиенный. А ты вот голубой, как июльское небо. Ох, ну не небо июля. Что? То? Его убили, то есть, получается? Жесть! Заводятся же. Да, сорян. Задумался. Жесть! Телекастер, ну вообще вещь. Как он вообще, потеряв друга, может вот стоять тут что-то играть? Ну ладно, хоть задумывается, может совесть сыграет свое. Да по-любому, наверняка совесть замучит. Больше не наливать. Гаги, ты сбиваешь ритм, что-то не так? Я вношу в эту унылую какофонию немного драйва. Понятно. Так подкатывает. Ребят, а дальше что играем? Может Трикса? Или... Ребят? Юль, давай к микрофону, что ты все вьешься у этого додика? Завидуешь. Хрень вьюсь, ты тут не главный. А кто главный? Вот этот, что ли? Я могу. Он может. Всю ночь. Да, вот так. Так, драки на почве ревности, да? Перерыв, да, ребят? Окей, давайте, только недолго. Я пока еще порепетирую. Помочь? Я скажу, если помощь будет нужна. Я сама. Гоги! Взяла, стравила двух парней и теперь такая... Я скажу, если помощь будет нужна. Он не вернется. Я не понимаю. Это же была случайность. Кто мог меня убить? Кто хотел мне смерти? Кому я нужен вообще? Сынок... Не переживай. Мне тоже казалось, что люди хорошие. Ошиблась. А что случилось с вами? И с ними? Откуда вы столько знаете? Ну, Пашка дурак был. С роднёй поругался и решил, значит, с жизнью счёты свести. Припугнуть хотел. Да не рассчитал. И под колёса. А машинист Алексей? Так Лёшка тем поездом и управлял. Они один другому привязаны. И все собачится, кто в чьей смерти виноват. А вы? Что произошло? Знаешь, иногда кажется, ну и что? Что что-то не так идет. У всех же так. Все терпят, у всех плохо. У тебя не хуже. Так и живешь в своем, могло быть и хуже. Ты не замечаешь, что и лучше могло быть. Блин, эта мысль просто постоянно меня преследует, и я постоянно пытаюсь донести ее до людей. Не в плане там Ютуба, не в плане роликов, а в плане своей личной жизни. И решила остановить и высказаться, потому что для меня это как никогда актуально. Петенька мой любил меня, говорит, до Луны и обратно. Тогда как раз Гагарин летал. Знаешь такого? И он обещал все. Вот стану космонавтом, Нюрка, заживем. А пока жили, как жили, сидела и ждала все чего-то. Ну и дождалась. Ветер перемен. Шторка шелковая, папа из Италии привез. Раритет. Знаешь, как горит? Ой, хорошо горит. Будь нужна кому-нибудь, может, и осталась бы. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, сынок. Баб Нюр, а опять внимание привлекаете? Ой, кто бы говорил. Да тихо вы, хоть на минуту. Она, походу... поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я вижу свет, сынки. Совсем бабка рехнулась. Дальше всех тут. Я слышу в голове. Нет, мальчик исполнил то, что держало меня. Отнесся как к человеку. Блин. Я случайно.
Смотрите же, что с вами происходит? Что там? О, теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж. Тут человек. Он в маске. Нет, не может быть. Я... Это перерождение? Я читал о таком. Прощайте, прощайте, мои хорошие. Выход есть. Просто поймите, что вам для этого нужно. Офигеть. Как-то поначалу было жалко этого персонажа, но сейчас я по-настоящему за нее рада. Извиниться перед мамой. Кукольный домик для Катеньки. Найти убийцу. Хм. И мы сделаем это. Жизнь в этой пыльной каморке не заканчивается. Ну, то есть как бы уже закончилась, но вы поняли, короче. Видите, как важно слушать друг друга? Не ругаться. Мы будем работать вместе. Помогать друг другу. И... Ну, короче, это тетрадка обычная такая. О! Он все-таки за ним пришел! Вообще, мне кажется, в реальной жизни было бы довольно тяжело найти подобную вещь, потому что тетрадь, ну, кто-то вот взял, принес на склад, а кто-то не ценит чужие вещи и взял бы, выкинул в мусорку. А тут чисто, мне кажется, в большей степени повезло. И я с этим полностью согласна, что нужно больше общаться, взаимодействовать друг с другом, потому что очень часто мы думаем, что человек какой-то не такой, какой-то плохой, но я считаю, что нет в этом мире каких-то прям очень плохих людей и очень хороших людей. Все в какой-то мере плохие, в какой-то мере хороший. Так и тут нужно просто выслушать другого человека, понять его мотивы, почему он так поступил, раскаяться или же поддержать этого человека в зависимости от ситуации. Дима! Давай, только быстро. Да, я уже нашел. Я знал, что ты вернешься. Пойдем домой скорее, мне столько тебе надо рассказать, ты не поверишь. Так, кукольный домик для дочки. Моя мама работала в детском мире. О! Звучит как план. Потом нас аннигилировала. Чего? Сколлапсировала в никуда. Так, давай по-русски. Исчезла, короче. Она переродилась. Значит, и я могу. Ну, что мы обо мне все? Расскажи. Кстати, еще странный был момент, типа, я вижу человека в маске. Это, типа, как будто бы она перерождалась в прямом смысле, и врачи ее там, ну, вытаскивали. Что думаете по этому поводу? Напишите. Как тебя прошло? Ты сдал? Я... Прости, прогулял. Что наехал утром. А можешь повторить? Чего? Ну, вот эту часть про «прости, я был неправ, Валежа, ты мне очень помогаешь, что бы я без тебя делал, я зашоренный дурак». Форточку-то прикрой, я ж тебя еще раз могу случайно где-то оставить. Дима нет. Дима, да. Дима, почему ты их не забрал? Кого? Тех двоих призраков? Миша, неудобно, я же не обещал. Ты куда смотрел? Да каких призраков? Ты один там был нахрен. То есть, он их не видел, подождите. Каких призраков ты один там был? Интересно. Я даже не думала, что все может так повернуться и еще будет какое-то убийство. Кроме того, в этой серии мы узнали больше о мире. О, Дмитрий Сынду, который поддержал нас Лотом. Ого, ничего себе. Я не договорила свою мысль. Очень круто было узнать мир духа моей общаги немного получше вообще, почему это происходит, ну, в плане души. И еще, кроме того, мы узнали, что есть другие такие души, ну и кроме того, поняли, что эти души могут перерождаться. Очень классно. И я даже вспомнила книгу «Империя ангелов». Она... немного о другом, но в то же время там тоже про смерть, про перерождение. Имя автора не помню, но фамилия Вербер, можете почитать. Я эту книгу слушала в аудиоверсии, мне она безумно понравилась. Вот, не знаю, почему-то сейчас смотрела эту серию, прям про нее вспомнила. Поэтому, если вам интересно, можете ознакомиться. Если уже читали или слушали эту книгу, напишите свое мнение в комментариях. Это было очень круто, я с нетерпением жду новой, третьей серии. И кроме того, я просто обожаю анимации, мульты, мультсериалы, в которых есть как какая-то мысль. Это не просто, знаете, что-то веселое или что-то грустное, а то, из чего можно вывести какой-то жизненный урок для себя. И больше всего мне понравилось то, что здесь продвинулась точно такая же мысль, которую продвигаю в своей жизни для других людей я. То есть многие говорят, могло бы быть и хуже, хорошо, что и так живем. Я считаю, что это не так, могло бы быть и лучше. Такой личный принцип у меня. Я считаю, что если ты живешь на каком-то среднем уровне, да и вообще даже на низшем уровне, да даже на высоком, всегда нужно стремиться к чему-то
большему. Конечно, без фанатизма, но все же нужно ставить перед собой какие-то цели в жизни и стремиться к этим целям, а не думать, что вот, я и так добился многого, могло бы быть и хуже, сижу и радуюсь тому, что у меня есть. Неправда, я с этим полностью не согласна. Что по этому поводу думаете вы, пишите, конечно же, в комментариях, я комментарии читаю, некоторые даже буду лайкать, а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо большое за просмотр, не болейте, всех целую и всем пока!